Время новостей на телеканале «Звезда». В студии работает Олеся Бушунова. Здравствуйте. И сегодня в эфире. Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 октября в Бишкеке примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Сенаторский день. 11 октября в Витебской области члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь провели единую прямую телефонную линию. Члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь проводят централизованно прямые телефонные линии по теме по вопросам семейных ценностей и совершенствования законодательства в этой области. Оздоровление и занятость детей во время летних каникул. Итоги сезона подвели на сессии Витебского областного совета депутатов. Надо где-то поменять, конечно, сегодня режим работы лагерей. Надо выходить уже где-то на четырехсменную и пятисменную работу. Необходимость открытия новых лагерей. Перейдем к подробностям. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Экваториальной Гвинеи с Днем Независимости. Беларусь как независимое государство особенно понимает всю важность этой праздничной для вашей страны даты, которая символизирует ключевые достояния – суверенитет и свободу. Глава государства отметил, что с теплотой вспоминает недавнюю личную встречу в Минске, отметив, что во время исторического первого визита в Беларусь Теодоро Обиангом Гемумбасова стороны заложили прочный фундамент для развития взаимовыгодного диалога между двумя государствами в отраслях промышленности, сельского хозяйства, образования, здравоохранения и не только. Президент выразил уверенность, что братские отношения двух стран будут активно углубляться в атмосфере уважения и доверия с целью повышения благополучия граждан. Сегодня же белорусский лидер вылетел в Кыргызстан. 13 октября в Бишкеке Александр Лукашенко примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Традиционно они пройдут в узком и расширенном составах. Глава государства представит позицию и предложения Беларуси по наиболее актуальным вопросам взаимодействия в рамках Содружества. Ожидается также, что лидеры стран СНГ примут ряд совместных заявлений. На повестке дня также вопрос об учреждении статусов наблюдателя и партнера СНГ. Запланировано и внесение ряда изменений в правовые акты Содружества. Обсуждение вопросов актуальной проблематики по широкому спектру тем. Будут обсуждаться на полях саммита и вопросы двустороннего сотрудничества между странами. Сегодня Беларусь ведет активную деятельность на международной арене, но при всем при этом мы не забываем и о повестке внутренней. Все, что происходит внутри белорусского государства, имеет первостепенное значение. Этому уделяется особое внимание. Так, 11 октября в Витебской области прошел сенаторский день. Члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь провели единую прямую телефонную линию по вопросам семейной политики и совершенствования законодательства в сфере брака и семьи. Связь с населением в северном регионе держали 8 сенаторов. В Новополоцке в течение 2 часов предложения и вопросы от жителей Придвинского края выслушивал заместитель председателя постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Дмитрий Демидов. Первый звонок в Нефтеград поступил от жительницы Орши. Звонок от матери двойняшек, ну вот, по поводу социального обслуживания, получения дополнительных социальных услуг. Были даны разъяснения, но для решения конкретной проблемы мы обратимся в соответствующие территориальные органы, которые занимаются соцзащитой по месту жительства этой гражданки. Тематика не случайная, потому что скоро мы будем отмечать День матери, поэтому вопрос защиты материнства, детства, они, конечно, очень важны и очень актуальны. И этому вопросу очень серьезное значение придается во всех государственных органах, в том числе и в Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь. Прямые телефонные линии и приемы граждан по личным вопросам – традиционная форма работы с людьми в Беларуси. В преддверии Дня матери сенаторы сделали их тематическими, сфокусировав внимание на традиционных семейных ценностях. И отклик белорусов во время их проведения говорит лишь о том, что сегодня наши люди привержены той политике, которая проводится в республике в этом направлении. В Беларуси поддержка семей с детьми – национальный приоритет. Основным звеном гарантирования
гарантированной материальной поддержки при рождении и воспитании детей является сформированная система государственных пособий. В 2023 году на них в стране выделено 3,5 миллиарда рублей. Выплатами охвачен каждый четвертый маленький белорус. В республике продолжается реализация программы семейного капитала при рождении, усыновлении третьего или последующего ребенка. Его размер на сегодняшний день составляет без малого 30 тысяч рублей. Кроме того, ряд гарантий установлен в области жилищного строительства, медицинского обслуживания и трудовой сфере. Что касается последнего, на протяжении как 3 лет в Беларуси действует норма о предоставлении отцовского отпуска при рождении ребенка. В течение полугода после рождения малыша наниматель обязан предоставить такой отпуск новоиспеченному родителю продолжительностью до 14 дней. Беларусь по определению социально ориентированное государство. И все, что делается сегодня в республике, делается только с одной целью – чтобы люди чувствовали себя защищенными. Пристальный взгляд к юным белорусам. Дети – наше будущее. А инвестиции в них – залог сильной страны. Ключевое, на чем сегодня сконцентрирована здоровая нация. Этому вопросу уделяется принципиальное значение. Так, на сессии облсовета депутатов 12 октября народные избранники рассмотрели итоги летней оздоровительной кампании 2023-го и наметили планы на предстоящую. Мои коллеги продолжат тему. Оздоровление и занятость детей во время летних каникул итоги сезона подвели на сессии Витебского областного совета депутатов. В этом году в Витебской области работало 716 лагерей, в том числе спортивных, военно-патриотических и дневных. Всего за время летней кампании в них отдохнули и оздоровились более 44 300 юношей и девушек. Около 3000 подростков временно трудоустроили. В частности, в лагерях труда и отдыха школьники занимались благоустройством территории, ремонтом мебели, уходом за растениями, пошивом одежды. На особом контроле местных органов власти оздоровление и занятость подростков, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. В летний период более 1000 таковых ребят трудоустроили. По занятости, конечно, мы работаем совместно со всеми органами исполнительной власти, предприятиями, организациями, потому что вопрос привлечения несовершеннолетних, конечно, он является достаточно сложным. Каждый год, не все наниматели, конечно, в силу разных причин, в том числе материальной ответственности, не всегда готовы брать наших несовершеннолетних деток. Поэтому вот как раз работа по поиску предприятий, организации индивидуального трудоустройства – это, наверное, одна из основных наших задач. Спрос на детское оздоровление высокий, ажиотаж превалирует в настоящее время. Планируем открытие нового лагеря. Это будет 4-й лагерь за 3-й год, который открывает Витебская область в Поставском районе. Поэтому будет увеличено, конечно, количество мест. Основной акцент, хотелось бы просить депутатов о том, чтобы основной акцент мы сделали на 5 спортивных лагерях, потому что я думаю, что назрел тот момент, когда уже необходимо укрепить им материально-техническую базу и спортивную базу для того, чтобы спортсмены могли наши сегодня отдыхать, не прерывая тренировочный процесс. Мы видим, надо где-то поменять, конечно, сегодня режим работы лагерей. Надо выходить уже где-то на 4-сменную, 5-сменную работу. Необходимость открытия новых лагерей. Безусловно, надо сегодня уделять внимание не только нашим оздоровительным, но и спортивно-оздоровительным лагерям, лагерям военно-патриотического профиля. Безусловно, хотим рассмотреть вопрос по финансированию лагерей для того, чтобы у детей было комфортное времяпрепровождение во время летнего отдыха. В этом году на подготовку детских оздоровительных лагерей в регионе направлено около 3 миллионов рублей. Этот объем финансирования решено сохранить и в году следующем. Это средства предприятий собственников детских загородных лагерей и бюджетные. Все для обеспечения комфортных условий для отдыха и оздоровления детей. Выстроена в интересах семей с детьми система – наше национальное достояние. В Беларуси на сегодняшний день живет свыше 123 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается более 400 тысяч детей. Ежегодно в преддверии 14 октября женщин, воспитавших 5 и более детей, чествуют на самом высоком уровне, вручая представительницам прекрасного пола премию имени Героя Советского Союза Зинаиды Туснолобовой-Марченко. В нынешнем году в Северном регионе таких
своих лауреатов 25, в том числе и многодетная мама из Новополоцка Антонина Прошкович. И пока мамы готовятся к теплым словам благодарности и поздравлениям, поздравительный марафон активно подхватывают спортивные учреждения республики. 12 октября, к примеру, на базе специализированной детской юношеской школы Олимпийского резерва номер 1 имени Виктора Евгеньевича Шершукова города Новополоцка прошло открытое первенство по дзюдо. Участие в спортивных состязаниях приняли 11-летние и 12-летние ребята из Новополоцка и Полоцка. Главное для воспитанников сегодняшних стартов – набраться опыта, подготовиться к будущим соревнованиям, но в первую очередь порадовать победой своих мам. Выразить свою любовь и теплоту к самому близкому человеку на земле – маме. Необычным способом решили новополоцкие спортсмены. В нынешнем году открытое первенство по дзюдо в городе над Двиной тематическое, оттого особенное. Здесь не только про спорт, сколько про благодарность к мамам. За их ежедневный труд, терпение и поддержку. Спортивные достижения этих ребят – гордость родителя. Главная ценность – это получить опыт, подготовиться к сезону, определить сильнейших воспитанников школы для дальнейших областных республиканских соревнований. В каждой весовой категории есть пару человек, достойных даже на уровне республики и области. Ребята стараются и хотят сделать подарок своим любимым матерям. Это будет неплохой подарок, победа на нашем турнире. На татами вышли ребята 11-х и 12-х годов рождения из Новополоцка и Полоцка. Всего 56 человек. Дружеская спортивная атмосфера, поддержка родителей и тренеров – главные сопутствующие сегодняшних соревнований. У меня сегодня хорошее настроение. Соревнования были хороши, качественные. Поучаствовал, поборолся. Удалось победить мне. Это не такие серьезные соревнования, но все равно приятно. Появляется опыт, учимся бороться. Я еще хочу сказать спасибо своему тренеру, который подготовил меня, Ковалевский Кирилл Олегович. Среди воспитанников, изучающих японское боевое искусство, не только мальчишки, но и девчонки. К слову, не хуже ребят, демонстрирующие сильный характер и достойные результаты. Я настроена на то, что даже если у меня что-то не получится, я получу какой-то опыт, я посмотрю, как борются другие, мне это тоже будет интересно. Не получится в этот раз, получится следующий. Настрой у меня боевой, я хочу сказать то, что я хожу не так, чтобы давно, это мои только третьи соревнования. Я хочу больше получить не чтобы выиграть, а получить победу. Еще я хочу сказать огромное спасибо моему тренеру Ковалевскому Кириллу Олеговичу, что он меня поддерживает, и даже если у меня что-то не получится, всегда мне скажут, что не так. Неважно, будешь ли ты лучше кого-то, важно, будешь ли ты лучше, чем вчера. Именно под таким девизом проходят любые занятия. Соревнования и первенство по дзюдо в стенах детской юношеской школы Олимпийского резерва Нефтеграда. Что говорится, любая медаль достойна уважения. Антон Лещенок, Сергей Пальцев, телеканал «Звезда». В приятных хлопотах и в преддверии недели родительской любви в Беларуси не ставят на паузу и другие важные вопросы с приставкой «стратегические». Так, с начала октября в стране стартовала регистрация на репетиционное тестирование. Сегодня этот этап вступительной кампании находится в активной фазе. Для выпускников 23-24 года пробный экзамен пройдет в октябре-декабре 23 года. В Белгосуниверситете первые тестирования начались уже 10 октября. В Полоцком же вузе отрабатывать систему сдачи экзаменов начнут 23 числа. Проверить свои знания по всем 15 предметам абитуриенты смогут до 10 ноября включительно. Старт тестирования для всех предметов 16 часов. Чтобы принять участие в первом этапе РТ, будущим студентам необходимо зарегистрироваться на сайте РИКС до 20 октября и оплатить экзамен. В нынешнем году стоимость одного предмета тестирования составляет порядка 10 рублей. К слову, в Полоцком вузе уже зарегистрировались порядка 1500 человек. Предусмотрена и бесплатная версия сдачи репетиционного тестирования – дистанционная. Подобный формат позволяет выполнить тест по любому предмету и разобрать ошибки, не выходя из дома. Нововведений для репетиционного тестирования в этом году не будет. То есть все будет по такой же схеме, которая была проведена в прошлом учебном году. Для прохождения репетиционного тестирования абитуриент должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, черную ручку с капиллярными чернилами,
и калькулятор, если школьник выбирает такие учебные предметы, как физика либо химия. Кроме этого, поскольку в нашем университете действует пропускная система, школьник должен распечатать или хотя бы предъявить в электронном виде пропуск, который он получает при прохождении регистрации на сайте РИКС после завершения оплаты для прохождения репетиционного тестирования. Отмечу, для желающих поучаствовать в пробном тестировании, кто не сможет явиться на экзамен в основные дни, РТ предусмотрены резервные дни 3 и 10 ноября. Всю же подробную информацию о датах проведения тестирования можно узнать на сайте Полоцкого вуза. Результаты первого этапа пробного экзамена опубликуют в личном кабинете абитуриента на сайте РИКС, после чего сдающие смогут увидеть и разобрать допущенные ошибки, получить консультацию от РИКС. У меня на этом все. Напомню, просмотреть наши программы можно в любое удобное время на YouTube-канале «Звезда». Актуальная информация также в наших аккаунтах в социальных сетях. Сейчас не переключайтесь, я передаю слово нашим коллегам с телекомпании «Воен-ТВ». Вашему вниманию новости в форме. Это новости в форме. С вами Александр Микульчик. Добрый вечер. На полигоне учебного центра «Эдельвейс» Кыргызской республики продолжается совместное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2023». Вооруженные силы Беларуси представлены бойцами миротворческой роты 103-й воздушно-десантной бригады. По замыслу одного из эпизодов, «Голубые береты» осуществили высадку тактического десанта беспарашютным способом, выдвинули в сторону населенного пункта и во взаимодействии с подразделениями из России, Кыргызстана и Таджикистана блокировали аул, где скрывались террористы. Бандиты были уничтожены. Состоялась аккредитация при Министерстве обороны помощника военного атташе при посольстве Республики Казахстан в Беларуси майора Исетова Марата Маликовича. В ходе встречи также обсуждены текущие вопросы двустороннего военного сотрудничества. В Беларуси активно реализуется указ президента об арендном жилье для военнослужащих. Документом установлены в том числе порядок и условия передачи в собственность соответствующих квартир. Счастливыми обладателями своих квадратных метров уже стали десятки армейцев. Дома для людей в погонах продолжают строить. Информацию можно получить в Управлении жилищного обеспечения Вооруженных сил. Набирает обороты призывная кампания. Тысячи молодых людей энергично готовятся встать в строй. С потенциальными новобранцами проводят беседы представители военкоматов и воинских частей. Парни определяются с армейской специальностью. Отправка нового пополнения войска начнется в конце октября. Это были новости в форме. Смотрите нас завтра в эфире телеканала «Звезда». До встречи!